А в Караганды воспитательницу детского сада приговорили к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы за покушение на убийство. Мать троих детей в сговоре с любовником заказала киллеру собственного мужа. 6 лет назад она познакомилась с мужчиной через СМС. Замужнюю даму не отпугнуло то, что кавалер отбывает наказание за разбой и убийство. Она даже ездила к нему в колонию на свидание. Когда возлюбленный освободился в 2015 году, пара решила связать свои судьбы. Но официальный муж мешал. Поэтому она выкрала у законного супруга отложенные 8 тысяч долларов, чтобы нанять киллера. Совершить убийство согласился бывший сокамерник любовника, однако попался на наркотиках и выложил полицейским весь план. Те организовали постановочное убийство, где в роли киллера выступил сотрудник, и при передаче денег заказчиков задержали с поличным. Суд признал обвиненными обоих. Воспитательницы, которая до этого работала в детском саду, смягчили срок за активное содействие следствию и полное признание вины назначили 11 лет. Любовнику, напротив, добавили год, так как прежний срок 14 лет. Он отсидел не полностью, был освобожден условно-досрочно. А вот ошарашенный муж потребовал назад свои 8 тысяч долларов в качестве морального ущерба. Окончательно назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества добытого преступным путем, либо приобретенное наследство добытое преступным путем, с отбыванием наказания в учреждении уголовной исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Из них 3 года с отбыванием в учреждении уголовной исполнительной системы полной безопасности.